Всем огромный привет! Меня зовут Янина. И сегодня я покажу, как сделать маленькую интересную зефирку. Некоторые из них я внизу украсила кружевом, а некоторые решила оставить так. Ну а какой вариант вам нравится больше, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно ваше мнение. Также зефирки можно сделать разного размера. Маленькие и немного побольше. Одна зефирка получилась у меня размером 5,5 см, а другая, которая побольше, 6,5 см. А как сделать цветочки разного размера, я расскажу немного позже. И для работы нам понадобятся бусины диаметром 6 мм и красивая серединка, кружево длиной 30 см, нитка с иголкой, ну и самое главное, это репсовая лента шириной 4 см, длиной 130 см. Край ленты загибаем под прямым углом, формируя маленький треугольник и фиксируем его при помощи зажигалки. Свободный край ленты мы снова загибаем под прямым углом, так чтобы между лентами было небольшое расстояние, отступая буквально пару миллиметров. И образовавшийся большой треугольник складываем пополам и прошиваем вершину. Первый лепесток готов. Далее мы делаем все то же самое. Для зефирки маленькой всего нам понадобится 12 таких лепестков. Для зефирки побольше нам понадобится 14 таких лепестков. И еще раз повторюсь, для большой зефирки нам понадобится 14 таких лепестков, а для маленькой зефирки нам понадобится всего 12 таких лепестков. Все 14 лепестков готовы. Край ленты срезаем, отступая примерно 1,5 см. Обрабатываем огнем и подклеиваем в первый лепесток.
продолжаем дальше формировать нашу зефирку. Прошиваем низ лепестка, выравниваем и прошиваем вершину этого же лепестка, стягивая нить. Далее мы делаем все то же самое. Снова прошиваем низ лепестка, выравниваем его и прошиваем вершину. Теперь мы будем сшивать бусины. Для этого зажимаем один из лепестков и выравниваем все слои ленты. Прошиваем один край лепестка, нанизываем бусину и прошиваем второй край лепестка. Теперь мы снова зажимаем один из лепестков, выравниваем слои ленты, нанизываем бусину и прошиваем один край лепестка, затем снова нанизываем бусину и прошиваем второй край лепестка. Все лепестки прошиты. Нанизываем последнюю бусину и иголку прокалываем через первую бусину и фиксируем нить. Берем нить с иголкой и прошиваем низ нашей зефирки и стягиваем.
середину нашей заготовки наносим клей. И для надежности низ и верх зефирки сшиваем нитью. На данном этапе вы можете остановиться и украсить зефирку просто красивой серединкой. Но я еще низ буду украшать кружевом. Для этого нам понадобится 30 сантиметров кружева. Прошиваем его и стягиваем. Зефирка наша практически готова. Нам осталось прикрепить резинку и украсить красивой серединкой. Зефирки наши готовы. Получаются они маленькие, нарядные, нежные и очень красивые, а также практичные в процессе носки, так как изготовлены из суцельной ленты. Ну а на сегодня все. С вами была Янина Воропаева. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и не забывайте нажимать колокольчик. Всем пока-пока!